Здравствуйте, дорогие мои. Хочу дать вам несколько полезных советов по работе с палкой. Я смотрю, что многие зрители так и не могут понять, с чего же начать, чтобы научиться так же круто работать палкой, как работаю я. Потому что я смотрю, что никто и повторить не может. Советую начать с простых упражнений, которые называются маятник. То есть встать и покачать палочку. Вот с чего надо начинать. Качаем, качаем, из руки в руку передаем. При этом хорошо бы научиться поворачиваться и ловко перекидывать палочку из руки в руку с разворотами. Вот так вот. Оп, оп, оп. Это же основа. Пока вы не привыкнете к палочке, палочку не надо брать очень легкую. Лучше взять ее так, чтобы не вес был. Вот хотя бы, как у меня. Вот. Это березовый черенок от, не от, а для лопаты, но покрашенный лаком смазанный, поэтому она вес имеет и приятно работает. Соответственно, отсюда постепенно у вас что-то и начнет получаться. Ну вот, смотрите, вращение палки одной рукой, это сложно, давайте двумя руками. Я уже показывал, еще раз покажу. Вот так берем и вот так подхватываем. И вот у нас уже получилось вращение палочки. Вращение палочки. Хочу налево, хочу направо, хочу двумя руками, хочу одной рукой. Одной рукой можно вращать в одну сторону, да, вот. А можно в другую. Ну, в другую придется немножко потренировать. Тоже возможно. Вот видите, руки работают. Да, вот сейчас я покажу, как я, стоя на месте, вот я палку туда, сюда сейчас. А, за спиной я раз вытащил. Хорошее упражнение. Ну, вы на замедленном посмотрите, там разберете. Все, вот можно стоять на месте, а можно разворачиваться. У нас вообще все очень просто. Вот человек, две ноги, две руки. Ну, соответственно, я могу крутить палку, либо я ее держу двумя руками. Да, вот двумя руками. Либо я ее держу одной рукой. Вот тут больше придумать нечего. Либо я ее кручу вперед, или назад. То есть, ну как, у направления два круга. Чего тут еще придумать? Когда научитесь палку крутить, бросать, то есть вы просто к ней привыкнете. Возможно, да, возможно, тогда можно что-то дальше придумать, уже переходить на отработку каких-то более сложных действий. Ударов всевозможных. И так далее. Вот, поэтому тренируйтесь, пользуйтесь моей добротой, я такой открытый, честный, всем могу помочь, подсказать, как что делать.